И очень тяжело нам было играть с Ленинградкой. Сегодня, думаю, что тактически хорошо играли. Очень хорошо. Невозможно сказать, что у нас был какой нападающий, который сделал, не знаю, сколько очков с высоким процентом реализации. Но просто тактически хорошо играли. Подача, блок, защита, то функционировало хорошо. Надеюсь, что завтра будет и лучше. Я уверен, что мы можем лучше играть. И надеюсь, конечно, что завтра и Пьетрини будет готова играть. Тяжело, тяжело, конечно. Знаете как, нет так тяжело для тела, но психически тоже очень, психологически очень тяжело. Эмоции – это то, что вас потом сделает, чтобы вы устали были. Нет игра. Они могут играть 3 игры за один день. Это нет проблем. Но эмоции – это надо остановиться. Да, но будет, думаю, хорошо до завтра. Лучше, когда выигрываешь, конечно. Мы проиграли, ну, скажем так, в одном элементе только, но очень много. Это на блоке. Блок сегодня наш, к сожалению, не работает. Сюрприз скорее был то, что Пьетрини. Мы готовили игру, конечно, совершенно другую под Пьетрини. То, что Пьетрини не сможет играть, а и вышла Спирскайта. В принципе, поменялся рисунок. И для нас лучше было бы, чтобы играл состав как бы с Пьетрини. И мы бы свою схему реализовали. Третью партию могли зацепить, дальше можно было бы играть, но, к сожалению, в концовке вот 3 ошибки, которые, ну, не дали это выиграть. Последний мяч вообще переходящий надо было забить, и все. Да, соглашусь. Наверное, у нас на линии получилась связка против высокого игрока Казани, против Мартинес. Вот, и она успешно сыграла. Вот. Ну, итоги подводить пока рано. Немножко, не знаю, наверное, слишком уверенно вышли мы, что выиграем. Вот. Но завтра нужно свою игру показывать и дальше идти забирать домой 2 домашние игры, выигрывать. Конечно, большое количество брака, но я рада наконец-то, что мы выиграли Ленинградку, потому что сколько мы ни пытались, все в сезоне никак вот не получается. Вот наша неудобная какая-то команда, но сегодня были эмоции на пределе, просто всю себя я отдала, у нас вся команда просто все отдала, все, что могла, я думаю, это было заметно, ну и результат на табло. Я даже не заметила, что было очень много скидок, но, ну, бра сегодня много использовали в атаке, и по линии проходила, и скидки, и пайп ее, в принципе. Дай бог, чтобы завтра также нам везло.